Ребятки, всем здорово, меня до сих пор зовут Тарас, и как всегда мы с вами встретились здесь на каналчике Агромол, и поэтому будем сегодня готовить, как всегда, всякие вкуснятины. Сегодня будет шоколадный фондан, мы сделаем его, усложним с апельсиновым ганашем. Традиционно рассказываю, что сейчас здесь лежит на столе. Всего лишь для традиционного фондана необходимо, там, наверное, по-моему, 5 ингредиентов, все они лежат здесь, это мука, яйца, сливочное масло и непосредственно шоколад. А для ганаша нам необходим апельсин, вот тут сливки у меня стоят, и белый шоколад. Сейчас будем это все делать, начинать. Первым делом нам необходимо сделать ганаш, чтобы потом его заморозить. Потом расскажу, зачем вся эта история нужна. Поэтому сотейничек. Кастрюля с длинной ручкой, это сотейничек, ставим нагреваться. Пока он нагревается, мы берем апельсин, звычайный классичный, который у вас есть дома. Трем до вот такого состояния, как будто теннисный мяч. Белое не трогаем, белое горькое. Теперь берем тот апельсин, который мы побрили, и чистим его. Вот таким способом вы можете делать начинки. Ганаши абсолютно разные. Сегодня это апельсиновая, завтра может быть банановая, с маракуйей, манго, хурмой, вариантов тьма. Корочки. Можете скинуть, ну, в мусорное ведро, сделать компот или дать деду, чтобы он на нем сэмчик настоял. И теперь нужно нарезать кубичком, меленько, постарайтесь, чтобы косточек не было. Вот так вот берем и отправляем в сотейник. Сейчас шипеть будет, стрелять, но это нам на руку. Туда же отправляем цедру. Сейчас апельсин пустит сок сам по себе. Никакой воды мы сюда добавлять не будем. Тем временем сюда отправляем сливки, как обычно рекомендую, 30-ку, жирнющую, граммов 50. Вот у нас теперь апельсиновые сливочки такие получились. И сюда, прям в сливки, отправляем белый шоколад. У меня сегодня вот такие вот пяточки. Вы можете обычный пористый какой-нибудь, или не пористый, обычный белый шоколад. Кладем сюда, тоже граммов 50. Растапливаем. Все, на этом наш ганаш готов фактически. Теперь наша задача разлить его по формам. По небольшим, можно, если у вас есть формочки для льда, можно вот в эти кубички, отлично получится. Так, у меня есть вот такие вот формы. И мы деликатненько в эти соуснички разливаем наш будущий ганаш. И сейчас я уберу, наверное, минут на 40 в морозилку, чтобы оно классно застыло, замерзло. И потом покажу, что будем с этой историей делать дальше. Ждем! Пока наши фонданы сейчас там чилятся, остывают в морозилке, чтобы они стали плотненькими, мы можем заняться самой основой, самым тестом. На самом деле, само тесто и является обычным классическим фонданом, поэтому если вам лень заниматься ганашем, я покажу сейчас, что будем делать, чтобы делать без ганаша, просто чтобы он жиденький был внутри. А поскольку кондитерка, значит весы. Нам сейчас в это корыце нужно поломать шоколад черный, желательно черный, потому что классика – это черный шоколад. 125 граммчиков черного шоколада. 125 есть. Теперь убираем в стороночку. Берем сотейник и сюда наваливаем. Причем, видишь, сотейник надо вот такой вот. Шучу, другого у меня нет сейчас. Сливочного масла 75. Теперь надо растопить сливочное масло. Ребзы, нагреваем масло не на сильном огне. Нам не надо, чтобы оно сильно кипело, просто чтобы растаяло. И вот сюда мы сейчас будем вводить наш шоколад. Опять же, очень важно его не перегреть. Потому что если вы шоколад перегреете, он свернется, отсечется и будет невкусно. Не хочу я туда закидывать. Я, наверное, возьму сливочное масло вот так вот и вылью прям его в шоколад. Каждую шоколадинку полью, накрою горячим сотейничком и подожду буквально 4 минуты, чтобы там шоколад полностью растаял. Постоял шоколад со сливочным маслом у нас буквально там 4 минуты, наверное. И все, вот теперь он, такой помадка у нас готова. Теперь можно наваливать все остальные ингредиенты. 45 граммчиков муки улетает прямо сюда. Сахар тоже 45 граммчиков. Яйца 2 штук. Все, это весь замес, я вас поздравляю. И вот теперь это все нужно просто размешать до однородного состояния. Осталось дождаться, пока застынет наш ганаш, и будем собирать наш будущий фондан. Итак, у нас прошло энное количество минут, наверное, минут 20. А ганаш все еще стоит в морозилке, он еще прям не совсем в дуб замерз, но уже стал таким довольно вязким, плотным. Нам уже можно им пользоваться. А форма. Сегодня я пеку так в такой, вы можете печь в силиконовой форме, в любой удобной форме для вас. Сливочным маселком я сейчас смажу бочка, прям пальцем вот так возьму
и вот такими нехитрыми телодвижениями ужирню нашу будущую форму. Теперь будем выкладывать всю эту историю в два этапа. Первый этап. Берем наше шоколадное тесто, выкладываем на дно. Теперь достаем ганаш из морозилки. Вот же он, вот же он. Здесь можно сделать какую-то ямочку небольшую и выколупываем. И сверху накрываем тестом. Две формочки у нас наполнены в духовке 200 градусов. Засекаем минут 12-13 и будем доставать и есть. Итак, прошло 15 минут и мы достали наши фонданчики. Первый вариант подачи. Это более сложный, замороченный, когда ты должен его перевернуть. Мороженка сверху. Можно на контрасте еще поиграть, добавить сюда сахарной пудры, такой фам-фам-фам. Сейчас мы его разломим и чекнем, что там внутри с ним. Вот тот ганаш, который у нас жиденький. И тесто полностью готовое. В общем, два варианта фонданов мы с вами посмотрели, хотя один и тот же, подача может быть разная. На самом деле, настолько мало ингредиентов, что даже дети с этим справятся. Я уверен, как всегда у вас все получится. Пеките, ешьте и готовьте с удовольствием. И, конечно же, с компанией Агромол. Всем пока!